Загадка альбома «Феникс» состоит в количестве записей с вокалом Артура Беркута. Еще в 2010 году группа выложила репетиции с Беркутом за февраль и июнь. На февральской репетиции Артур поет песни «Парфюмер» и «Дальний свет» в сыром варианте. А в июне пишет вокал для песни «Бои без правил». Выходи! Больше ничего не было ближайшие два года. В 2012-м кто-то слил в сеть запись песни «Черная легенда». В 2020-м Михаил Бугаев в шоу «Через все времена» показал песни «Симфония огня», «Аттила» и песню Артура «Орел». Но мы так и не узнали, сколько конкретно песен Ария записала с Артуром. Все песни представлены небольшими фрагментами. Насчет возможности публикации полных версий группа отвечает, что их нет.